Всем привет, друзья, это Павел Вайс, и сегодня очередной юнит. Уверен, будет очень крутой, заплатил я очень много денег. Я купил два юнита одного хозяина. Сегодня мы начнем с вами разбирать первый юнит. Он подешевле, и за него я заплатил почти 800 долларов. Так что погнали. А, кстати, со мной сегодня... Рауф! Доброе утро! И аплодисменты. Я здесь! Ты здесь? Ты до сих пор, кстати, пугаешь народ. Серьезно? После того выпуска они до сих пор говорят, он вздрагивает, когда видит твое лицо. Ну, давай тогда по-умному скажу. Стереотипное мышление, оно не должно предопределять стиль вашего мышления, потому что стереотипы — это, конечно же, способ нашего видения мира. Однако, если вы копнете чуть глубже, вы увидите огромнейший океан возможностей для того, чтобы узнать человека получше. Я бы так не смог сказать. Погнали! Юнит 127, перчаточки обязательно. Ребята, знаете, что я хочу вам сказать? У меня к вам огромная просьба. Если вам, конечно, не трудно. Моему сыну сегодня исполняется 6 лет. В комментариях внизу поздравьте Максимку с днем рождения. Я буду очень вам благодарен. Все, кто смотрит это видео, напишите «Максим, с днем рождения!» Мне будет очень приятно, ребята. Ну и что вы думаете об этом юните тоже? Не забывайте писать. А я постараюсь вас не разочаровать. Ну или этот юнит постарается вас не разочаровать. Но мне кажется, все будет круто. История такая. Люди приехали сюда, купили, хотели купить дом. Заполнили анкету на ипотеку. Вообще, они привезли сначала весь свой хлам сюда, в этот город. Заполнили документы на ипотеку, а им дом не дали, ипотеку не одобрили. Человек уехал обратно, поселился со своим братом и позвонил сюда. Он, кстати, задолженности не было, он просто позвонил, сказал, я не могу физически забрать эти два больших контейнера. Можете их продать, я просто не хочу ничего быть должным и мою кредитную историю не портите. И вот так он нам достался, человек сам отказался от своих вещей. Погнали, сразу увидим две коробочки. Да, красиво стоят, я также спросил, а почему они так красиво стоят? Он говорит, ну так оставили. Смит Корона, печатная машинка. Да, даже эти есть. Руководство. Какого года написано? 95-го года. Смит Корона. Прикольно. И работает, смотри. О, реально пишет. Ну да. Пробел. Надо. А это какая, подожди? А это Стерлинг. Стерлинг, по-моему, хороший, ты слишком много. Да, это Смит Корона. А это... Нет. Они оба Смит Корона, Стерлинг, только они немножко разные. У меня у отца такая была, мой отец писатель. Тут что-то постельное. Тут стол. Не массажный? Нет, нет, дырки нет для головы, для лица. Но есть подушка. Очень интересно. Load capacity 400 паундов. Он поднимается. И стол называется Clinton Industries Inc. Ну, компания Clinton Industries. Давай на нем мы будем разбирать. Да. Непонятная штука. Полочка. На колесиках, кстати. Books написано. Все запакованное. Нужен ножик. Опа, ну я на них книжки. Да, похоже, что это не книжки. Странная подставка, наверное, к этой штуке. Это вазочка, утюг, еще одна вазочка, а тут в ней внутри много типа свечек и рамочки. Штука для измерения. Температура, наверное, для этих. Термометр. Два кондиционера, если я думаю, за сотню каждый можно продать. Это очень хорошие, дорогие кондиционеры. Смотри, какая штука. Так, здесь полотенце, тут мебели много. Здесь, скорее всего, диски. Или фотографии. Заначка? Не заначка. Подожди, тут от Омеги какие-то документы. Может быть, найдем и Омегу часы. Нет, это журнал. А, это журнал они хранили. Я думал, это паспорт. Песни с гитарными. Может быть, и гитару найдем. Да, конечно. Да, вот гитарист какой-то тут жил даже. Фотографии почти, там одна страница фоток. Остальное все так журналы. И еще коробочка. Вот мы даже не знаем, что там под низом за этой. Там какая-то фигня. Интересная такая закругленная штука. Здесь у нас, ну, такая штука, на которой писать. Это старомодная, сейчас уже такие не делают. Ну, делают, но никто не использует. Так, тут что похоже у нас? Да, Social Security, смотри. На одном канале ищут паспорт, а мы тебе будем искать Social Security. Нашли один. Надо, конечно, его замутнить. С Бургер Кинга эти короны. Документы. Ну, надо проверять, а то говорят, и деньги бывают. Мы с тобой, помнишь, сколько в мусоре денег нашли? Так, тут. Все такое чистенькое, хорошо сложенное. Вот это мне нравится. Но пока ничего ценного мы не нашли. Да.
Что это такое? Ну, типа картинки. Пазлики. Ой, одна ушла. Вернулась? Детские книжки и эти песенники. Ой, какая классная книга. The Times of the 80s. Ну, все, $1.87 написано, жаль. Открытки хранили люди. И письма старые. А письма реально старые. Мы оставим это людям, хозяевам. Пусть они, если смогут, вышлют обратно сами себе это. Потому что память надо хранить. Какие-то имена эти, значки с именами. Ух ты, здесь тяжесть. Написано books. Скорее всего, books. Газетки. Непонятно. Ух ты. Какие-то эти кассеты. Для садоводства, для собачек. А здесь какая-то шкатулка. О, Женя бы рада была. Микроскоп. О. Не хочу его открывать пока. Вон, написано $50, так и засчитаем. $50. Очень много книг. Мы, конечно, через это еще раз пройдем, но пока предварительно только книги видим. Начало так себе, но мне кажется, здесь есть что-то интересное в этом юнити, по-любому. Потому что люди перевезли весь дом, и, скорее всего, что-то было здесь. И даже если тут просто какая-то обычная штука, скорее всего, второй будет чем-то ценный. Да, у них два. Этот маленький, кстати, мы начали с маленького. Есть еще второй большой. Этот 10 на 10, а тот большой 10 на 25, кажется. Да. О, зеркало. Картина такая, стекло. Ой. Там что-то гремит. Ага, понятно, что гремит. Так, здесь полотенчики. Понятно. Такое себе, не очень. Ух ты. А это красиво же. Оловянный солдатик. Оловянный солдатик, который не оловянный. А, это щелкунчик. Да, щелкунчик. Он работает. Да, работает щелкунчик. Круто. Винтажные часы. General Electric. Ну, типа рядом, может. Здесь что-то, что такое Cricut. Новый, да? Но новый. Запечатанный Cricut. Cricut Attachments. Вот к нему еще идет. И вот Cricut, смотри. Надо рассмотреть и понять, потому что выглядит очень круто, да? Такое, да. Как и качество похоже на яблоко. Да, вот он. 139. Ну и этот, наверное, большущий также. Ну, давайте поставим $200 за вот эти две вещи. И вот, смотри, оттуда же. Весь бин от Cricut. Red Couch Pillows. Ну, тут все понятно. Да, здесь эти. Подушки и декорация. Очень легкая коробка. Смотри, какой чемодан нашел. Че? Он легкий какой-то, но... Даже есть, пускай. О, ниточки. Нитки. О, смотри, кажется, какие-то типа личные вещи. Кассеты с песнями. Здесь, наверное, весь список песен. Музыканты, наверное, были. Это, наверное, их песни есть. А вдруг какие-то знаменитые? Это буклетики, книжечки. И тут буклетики и книжечки. Тут книга. Канцелярия. Какие-то ордена непонятные. Ручки. Ну, все понятно, здесь канцелярия такая. Из офисного стола. А, сам себя порезал. Но это юнит не такой уж и грязный. Не себя, а перчатку порезал. Коробка в коробке. Походу. Что-то ценное, наверное. Плиточка. Игрушки мягкие. Но запаковали так, как будто здесь. Ох ты, нифига себе. Скорее всего, книги или что-то в этом роде. Или серебро опять. В этот раз золото, думаешь? Мечтать так по-большому, да? По-крупному. Понятно. Понятно. Ух ты. Фига. Ты любитель книг. Что это? The Life of... Это история, кажется, древней Greece. Смотрите, какая коллекция книг. Сейчас мы найдем. Смотри, с печатью. 63-го года коллекция. О. А что тут? А тут интересно. Ну, сразу видно было, люди не молодые. Так что... Игр здесь мы не найдем. PlayStation разных, скорее всего. А может, и найдем, фиг знает. Я сомневаюсь. Но очень много книг. Ладно, книги на потом. На переразбор.
Тут реально, блин, как эти... Свинец весом коробки. Да, некоторые книги могут быть дорогие, если они очень антикварные. Да, много книг. Тут, походу, кухонная, а тут написано тоже «Books». Это бумага? Да, это все бумага. Нам на принтер не надо будет покупать бумагу. 10 лет. Год. Да или 10 лет. А что вот это? Gina Hinds Toy и Dollar Sign. Они обозначили это долларовой, что, может быть, она стоит дорого. Мы сейчас это проверим. И что это? Для тенниса. Да. А написали «Toy». И доллар. Плитка опять. Не понимаю, зачем плитка. Ты плитку нашел? Как утяжелить еще? Уже тяжелая. Не, вот это надо открыть. Таких иногда бывают монеты. Вообще, в таких юнитах часто находят монеты коллекционеров, потому что бабушки и дедушки любят коллекционировать монеты. Но здесь их нет, здесь книги, давай. Ну да, тут полотенце и две плитки. Здесь коробок много. Компьютеры написано. Ну, тут какая-то большая коробка, похоже, для, коробка для картин. Два кондиционера, классно. Тут пусто. Тут пусто. Ну, пахнет так вкусно, как старая мебель. Bible. Старый CD Mat Mix. Ну вот. Учения библейские здесь. Сумочка просто. Да. Не обманули. Bible Studies. Кассеты всякие, диски. Тут написано Computers. Ну, тут написано было компьютеры. Но пока я не вижу компьютеры. Я вижу папки. А, да, есть компьютер. Toshiba. Такой старенький. Тут два компьютера. Два. Это HP. Да. Я думал, Apple. А здесь, смотри, струны есть. А нет, это не струны, это диск. Это Secret of Organization. А, да, забирай. Мне это не надо, я супермастер организатор. Level 80 примерно. Или вот второй, это не помню точно. Мастер организаторства. Меня хлебом не корми, да я поорганизаю. Поорганизаторствовать. Поорганизаторствовать, да. Да ну. А ну-ка. Доставай оттуда чемодан внизу. Тут ничего нет. О, почему ничего нет? Тут Мерлин Монро, календарь. Ха, прикольно. Пожалуйста, будь без пароля. А, без пароля. Тут песенки у нас. Чего-то ценного тут я ничего не вижу. Очень любили петь люди. Походу, все интересно не в тот юнит, а сюда только книги и песни. Надеюсь, нет. Каждая коробка здесь очень тяжелая. Кассет. Пахнет как нафталином. Кассетки. Тут все ясно. Смотри, какие классные книжки. Ух ты, футболки. Новый, медиум. Твой размер, кстати. Забирай. Новые? Да, я взял себе. Nail polish для детей. Так, что здесь? Кто-нибудь не может ответить? Ага, надо сначала открыть. Surprise, motherfucker. Hello, motherfucker. Мне ножик надо менять. Я же вроде нашел хороший ножик. Надежда? Нет, надо достать. Какая-то ваза. Походу тут иголки есть или нет иголок. Да, я думал, будет ювелирка. А ювелирки не оказалось. Бабушка не хранит тут ничего на дне. Да, тут всякие вазочки, чайнички. Да, тут много их. Где дедушкины монетки? Я уверен, что будут монетки. Мы пока бабушкина находим, а будем скоро находить дедушкина. Нет, меня не мучает угрызение совести, так как люди сами отказались, да? Классная книга. Про поезда, про историю. Знаешь, какие вопросы я буду задавать? Где-то там. Нет, мне не стыдно. А, да, конечно, знаю, какие вопросы будут мне задавать. Времена проходят, вопросы меняются? Нет, те же самые вопросы. Made in China. Понятно. Все, тут маска есть. Хочешь этот юнит доносить в этой маске? Нет, я не думаю. Меня не узнают. Вот люди почитать-то любили. Прикольно, да, смотри? Кажется, кто-то учился на юриста. Да, походу, ты прав. Да, криминальное право. Сколько время? Сейчас, совсем. Нормально, держи. Игрушки. Мячик.
прищепки, книги. И как это открывается? А, вот. Бубенчики для лошади или для коровы? А может для собак? Как это, серьезно? Впервые вижу что-то. Да, здесь лесопед. Ручка. Книжки старые. Я год пытаюсь найти. 68-й год. На, вот это надо сохранить. Здесь пусто. А, он раздвигается и становится длинней. Шире. Тут много всего, но опять же, фотографии пока вошли. Мебель такая старая. Крисмас. Здесь книги. У нас второй день. Мы переорганизовали. Немножко коробки в эту сторону поставили, машину в эту. Стол вынесли, Женечку привезли. И начинаем разбор дальше. На тебе табуретка. Спасибо. Погнали дальше. Весы. Весы. Какие-то типа шарфики, одеялки. И лампы. И какая-то шкатулка. Ого. Вот это искусство из дерева. Но поломанные немножко. Да, ножки поломаны. Они были, по-моему, до нас, потому что здесь ножек я не вижу. Ну, давайте глянем, что в шкатулке. О, это ювелирка. О, она еще и заводится. О. Вот это класс. Так, там ничего не спрятано. Так, это по Женечкину часть. Камень. Это не золото. Нет. Ну, складывай сюда. Запонки тоже не золото. Там $2 написано. Какая-то нашивка. Наверное, не золото. Нет, это не золото. Это золото? Нет? Не, слишком легкое. О. Это золото. Где? Цепочка. Цепочка золота? Угу. Ну, золотая цепочка нашлась. Это уже приятно. Ну, эти сами лампы, они, по-моему, винтажные. Походу, да. Какая лампа. Тут еще есть этот. Ух ты. Тут такое все религиозное. Нету там этого, да? Нет. Бренда. Нет. Ты не хочешь такой? Хочу. Ты что, смотри, какая работа. Сразу бери, что хочешь. Понятно. Тут написано электроника. О, тяжеленькая коробочка. Тут может быть много интересного. Кому остального, то, что на коробке. Ух ты. Винтаж. Смотри, какая Casio. PT-82. С дискетой. Это хорошая вещь. Книжки, карандаши. На, Жень. И это ноты. Вот это я не знаю, что. Бубен. Ноты, ноты, ноты. Такая шкатулочка прикольная. Это они хиппи, наверное, были. Хиппи. А это, Жень, One for All. Это костеры старинные. Вот так сюда ставится стакан, а сюда что-нибудь покушать. Кушать. Да, класс. Тут несколько. А есть имя какое-нибудь? Вот это. Тут DVD, CD, Magnavox. Ага, тут два пульта. Ну, всякие эти надписи. For sale. Монитор или телевизор. Видеомагнитофон. Скорее всего, телевизор. Ну, что тут так и написано. Телевизор. Ой, бубен. Положь бубен. Положь бубен. Ух ты! Зябковато. Это хорошо, что зябковато. Сейчас будет жара. Картинка. Бабушкины шузы. Какие новые шузы. От Litworks. Не очень дорогие. Медиатор. Вещи, вещи. Proud to be an American. О, вот это. Рауф, тебе в окно надо вот это повесить. Фига себе тут написали, блин. О, Dog Whisperer. Ну, новая зарядка. Смотри, какой чемоданчик старый. И песни с аккордами. Какой-то гаспл, наверное. Скорее всего, похоже. Угу. Ты принес деньги? Да, я принес деньги. А ты?
Принес деньги? Да, я принес деньги. Два тебе кейсика сразу. Да, все такое религиозное здесь. Песни религиозные. Ого. Кассет сколько. 60s R&B. Известные мюзиклы. Серьезно? Опа. Инструмент. Такой старенький. А что ты будешь с этим делать, Жень? Играть. На пивонина. Одежда, 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 одежда. Одежда. Одежда, одежда, одежда. Письма. Книги. Это персональные что-то. Да. Ура, Крисмас! Знали, что я сегодня здесь буду. Здесь какая-то вот эта чайна. Да, это Fine China. Микаса, Жень. Pink Ribbon, Japan. L9315. Ну-ка, держи, она целый этот набор. Ну, неплохо. Тут одна такая супница 230 стоит, а тарелки по 16-12. Сеты, да, здесь это $200 только вот в этом. А кажется, вот это она и есть, нет? Да, это все. Ну вот, $200 в этой коробке, это мы забираем, хорошо. Я думаю, уже отбили юнит. Смотри, Natural Wonders of the World. Книжки, книжки, книжки. Кукла. Самодельная? Тут их несколько. Кукбук. Ну, книга с рецептами. Книги. А это кассета, да? Да, вот это тоже кассета. Eat, drink and be healthy. Прикольно. Я видела надпись. Christmas. Я видела надпись. Мою прелесть. А сама Christmas тарелку выкинула. Ёлка. Это самки. Вот отсюда это самки. Это оставляем. О, кукла какая. Красивая кукла. Она сидит здесь, в санках. Это... Что это? Старинный сундук. Ух ты, какой лесопед. Да, еще там коробок полно. Давай вот это посмотрим. А, батут. Где батут? Батут, да. Это батут. Похоже, похоже. Ух ты, какие лампы. Это красиво. Почему ничего нет? Старая проводка, это ближе надо будет посмотреть, что-то стоит. А почему на лампах очень трудно всегда найти бренды? Написано Левитон, made in USA. Ну это вот это может быть бренд Левитон, а вот это непонятно. Я думаю, вся эта фигня Левитон. Здесь нигде нет на название. Хорошо, надо оставить красивые лампы. А, нет, вот написано внутри. Где? D-A-S-E, made in Italy. Так, подожди-ка. Еще D-A-S-E? Бейс, понял. Бейс, но уже мы оставляем их, потому что итальянские лампы. Да. Очень старые лампы. Класс. Эти точно оставляем. Ты куда? This is so ugly. I have to have it. You have to have it. Смотрите, какой велосипед. А где остальное? Это вот все. Так, садишься. Итак, погнал. Ю-ху. А прикольно. Классно, места мало занимает. Smooth Fitness. Я думаю, за $100 вот это уйдет. Батут. Давай, как Тони Робинс, иди прыгай. Чего будем прыгать? Как Тони Робинс. Он, знаешь, вот так прыгал на батуте, вот так делал. Ой, как классно. Я уже чувствую прилив энергии, попробуй. О, прикольно. Давай не будем это продавать, давай просто так, это. Себя ставим, будем там. В шапе будем прыгать. Такая старая деревянная мебель, но она такого качества. Там пусто везде. Да, они пережали, они все достали. Favorite, это на русский если перевести. Любимая. Любимая моя. О, любимые картины написали. Утки с автографом DP. Женя, прочитай. Долина Дартен, 83-го года. Это краски водяные. Точно? Это не принт? Не Долина Дартен. Ну, очень это такая... Принт. Это принт? Подожди. Это принт, да. Дальше. Линда Делла Пуале. Линда Делла Пуале. Мне кажется, это не принт. Это... Нет, Жень, слишком так запакован. Классно. А это, может быть, это... фотография? Ну, это... а, ну она расписалась. Да, это сигнатур.
Это краски. Ага. Масло. Смотри. Роспись есть? Лила Типтон, да. Нету такого. Есть Софи Типтон и Лила Свитч. Но она прикольно выглядит. Все равно на проверку. Legend of the Sand Dollar. Тоже принт, да? Ну, это так. И последнее. О! Краски без росписи, без автографа. Или можно поставить автограф свой. Свой? Рауф, легко находишь картину. Ставишь свою подпись. Без автографа. Ставишь свою подпись, ты уже художник. О, здесь что-то очень такое винтажное. Hallmark. Вот это не надо, вот это тоже выкидывать, их можно лотами продать. Это очень винтажный. Стой, смотри. Все Hallmark? Да. Это Let's Dance написано. 17+ написано, H. Ух ты! Это который Annual и Warner Brothers. Посмотрите, сколько фигурочек разных. Ну, даже если по десятке. Я такие продавала в прошлый раз от 35, и две ушло за 98. Ты еще хотел выкинуть какую-то звездочку? Давай грубо за $20 каждую. 35. Ну, 20, Жень. 6, классные. 7, 11, 12, 19, она всю коллекцию 20, 27, 28... 29, ну вот написано $29 и 29, вот это совпадение. 45, 46, 47, 48, Питер Пен. Ух ты, еще и машинка, 50. Тут большие и маленькие, мы их будем по $20, да, выставлять? Минимум. 50, $1000? 50 на 20. Да. Давайте, чтобы уже точно, сделаем по $10 за каждую. $500 здесь, все. Давайте. Но мы, конечно, будем подороже выставлять. Я просто говорю, чтобы точно, чтобы не... Ну, сами понимаете. Да ну, бой стишивает. Какого года? Говорю, это все винтаж. Можно вот такие лекалы на eBay. Я думаю, 60-х каких-то годов. Минимум. Лепота. Дед Мороз. Ну, такое здесь. Кухонное. Итан Аллен, недешево. Итан Аллен, смотри, 600, 700, 800. Угу. Итан Аллен, 800. Смотри, Итан Аллен, 1000. Вот это тоже Итан Аллен, если я не ошибаюсь. Где? Итан Аллен. Итан Аллен. А, давайте тогда дальше. Давай вот это подвинем. И это тоже надо проверить. А здесь? Кроехлер написано. Фига себе. Ну, тоже 1250, 700. Нормально. Ничего, такая мебель. А это тоже он? Нет. Передавай Рауфу. Что-то я брендов не вижу. Ну, такой страшненький стол. Вот такой суперский. Что-то мы загородили проход. Да, вот этот деск. Написано там $1200. Ну да, это тоже $800. Стоит похожий. Это вообще реальный винтаж такой. Я хочу вот этот проверить, поэтому и разгребаю. Этот классный. И он очень... Он супер тяжелый. Он нереально. Где искать? Давайте вот этот отодвинем. Пипец, он тяжелый. Так, и вот этот. А этот посмотри? Нет, еще. Это одно? Отдельное, да? А, глянем. Сзади ничего нет, Жень. Все, давай вот это подвинь. Нигде ничего не написано. Да, но вот этого нету. Неужели безымянное? Я думаю, это Итан Аллен. Итан Аллен? Да, это Фил и то, что ручки одинаковые. Смотри, видишь, вот эти и вот эти. Так, давайте я сейчас сфотографирую и сразу выставлю, пока разбираем второй юнит. Может быть, кто-то приедет и купит. Тут какая-то посуда, смотрите. Totally today. Totally today. Написано totally today, made in China. Вот. Что, народ? Закончили этот юнит, много интересного, много винтажного, но, как я уже говорил, мы купили два юнита этого одного хозяина, кто решил отказаться от обоих юнитов. И мы сейчас пойдем разбирать второй большой юнит. С этим все классно, отбили, даже заработали. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, пока!